Привет, други мои. Давайте приготовим красную свинину, или свинина мао, называют ее. Чего нам надо? Тут у меня остались от грудинки и обрезки. Ну, пойдет, мы сделаем достойную вещь. Лук, чеснок, сахар, ложки две с горкой, бадьян, корица, чили в хлопьях, имбирь, смесь перцев и сладкий красный перец. Немного уксуса, у меня бальзамического, лучше, конечно, рисовый, соевый соус, масло растительное. Давайте чесночку пока нарубаем. И луку. Кипящую воду опускаем мясо. Закипит 5-7 минут, не больше. Достаем. 5 минут покипело. Она такая стянулась, потвёрже стала. Достаем, чтобы стекло мясо. Ну, естественно, остыло, чтобы его можно было в руки брать. Ну, режем, знаете, вот такие довольно-таки не маленькие, но и не крупные кусочки. В горячий цех пошли. Включаем на самую мощную. Наливаем побольше масла. Греем. Всыпаем сахар сюда. Перемешиваем. Сахар растворился. Начали. Видите, она краснеет, как будто как подгорает. Это из-за сахара. Так и надо. На этом этапе мешаем ее. Подсолим. Соевый соус сюда будет, не забудьте. Бадьян, корица. Я пополам сломаю. Красный сладкий перчик. Так, перемешиваем. Лук у них. Не все, я еще оставлю. Это многовато будет. Да? Сюда много лука не надо. Чуть-чуть. Смесь перцев. Острый. И имбирь. Сухой. У меня сухой. Остатки лука. Заливаем кипятком. Еще немножко. Чуть-чуть уксусом. Не полностью, так, немножко. Все, закрываю. Делаю поменьше, нибудь из 9 на пятерку. Может, даже еще поменьше сделаю. Все, минут на 40 забываем про нее. Все, 40 минут. Смотрите, какая красота. Вот она красная, почему. Из-за сахара, из-за красного перца, вот она такого красного цвета. Запах, ребята... Ой, други мои, запах такой стоит. Обалденный. Готово. Ну, други мои, готово. Горячая. Ну и мягчайшая. Сладковато, такая острая. С оттенком корицы. Обалдеть. Ну что, други мои, рад был вас всех тут видеть. Не забывайте, забегайте. Пальцы вверх, подписывайтесь. Ну, сами знаете, что делать, да? До встречи. Саньша, иди попробуй.